Я рад приветствовать всех и вся, кто знаком с видеороликом под названием «80 вариантов наборности быстроразборных гирь и других снарядов против 32 известных из авторского свидетельства 1-674-876 вот, его пятью частями». Это будет часть шестая. Вот, и тут дана довольно сравнительная таблица. Вот. Не буду выходить во все подробности. А коснемся покуда того, что в предыдущих частях с помощью оператора не удалось показать. Вот, пожалуйста, да, вот более четко, только видеоролики, которые касаются гири 130-килограммовой, да, и касается Дмитрия Халаджи, известнейшего силача, вот, и, кстати, и подъем гири 96 килограммов, 15 повторений, и на 5 разрывок гири, и тоже управляется весом 18,4 килограммов. И английские примерно названия, вот, и великоросские. Так, вот, более четко можно видеть. Также более четко можно видеть, вот эти гири. То есть набор гири простирается вплоть до 92 килограммов, да-да-да. Вот, и это производство Китая, 68, вот, показано, тяжелый, 80 и 92. И здесь более четко вот это все, что зачитывалось тогда, вот показано. Вот. То есть при таком большущем наборе гирь, конечно же, резонно именно быстроразборные гири делают. Ну что ж, выяснилось, довольно интересная вещь. Вот. Сия таблица не для полного показа рассказа, но выяснилось вот что. В том-то и дело, что да, можно даже при таких столь размеристых гирях, столь весистых, можно делать даже 4 внутренних проточек. Вот, и вот такой вариант именно гири, которая весит, то есть что, которая допускает до 160 фунтов именно наборности, то есть, ну, 8 пудовика, да, 1 фунт, 1 фунт, 3 фунта, 3 фунта, 9 фунтов, 9 фунтов, так далее. 27 фунтов, 27, и, ну, раздвоенный груз, так, лучше, конечно, по 40 фунтов. 80 фунтов довольно весистый груз, это самый последний груз. И можно так набрать такой набор. Значит, да, диаметр сферы должен быть 335 миллиметров. Вот. Это автором всего ролика проведены соответствующие расчеты. Также можно и что? 4 пудовик. Вернее, правильно. 4 пудовик даже именно сделать с 4 внутренними проточками. Да. Только что. Там полфунта, полтора фунта. Ну все, ответ на этом вдвое меньше. И последний, вот, что равен 40 фунтам. Вот, довольно. И можно такой большой ряд наборности весов добиться. Да. Значит, диаметр сфер несколько меньше будет. Вот, теперь можно и в другие, конечно, применить всякие варианты наборности. Но что интересно, когда 1 фунт, именно, скажем, именно единица наборности веса, так, ну, скажем, однопакетный. Если же у нас он даже меньше, можно ориентироваться на двухпакетный набор грузов. Как будто бы если с двумя гирями работает. А, да-да-да, это вот все эти это соотношения. 1, 1, 3, 3, 9, 9, 27, 27, 8, да, 80. Значит, да. Это соотношение весов. Так. Также и тут. Отношение весов.
Вот общий вес, да, 100, 160 фунтов, это равняется 4 пудам. Так, теперь. Вот время, говорит, поджимает, подпирает. То, что более четко показано, пусть будет принято во внимание. Вот, символ этого ролика закругляется. И приступим к довольно интересной части всего видеоролика. Считанные минуты.